Для тех, кто не спешит на трибуны Ледового дворца, мы подготовили перечень других событий 2 октябрьского уикенда. Листопад и ветер создает осеннее настроение и в челнинской афише. Куда пойти и что посмотреть в нашем еженедельном дайджесте. Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать. Афиша ДК «Энергетик» словно вторит известной песне. В этот уикенд челнинцы могут оценить две выставки, открытые во Дворце культуры. Любительские работы представлены на экспозиции «Дед, бабуленька и я – лучшие друзья». А осенний вернисаж выполнен профессионалами. Челнинский октябрь – это не только краски, но и музыка. 13 октября в ДК «КамАЗ» концертном «Осенние ритмы» открывает новый творческий сезон «Джазовый оркестр «Визит». Зрителям обещают горячую смесь популярных мелодий, джазовых хитов, а также классики. В субботу ожидается торнадо. Культурно-образовательная платформа «Метро» соберет любителей комиксов, аниме, настольных игр, а также поклонников научной фантастики. В программе фестиваля мастер-класс по изготовлению комикс-печенья, викторина по комиксам, кинопоказы и многое другое. Также можно будет приобрести сувениры, например, фигурки супергероев. Игрушки можно не только купить, но и изготовить самому. Историко-краеведческий музей объявил конкурс «Куклы наших бабушек». Участникам от 3 до 17 лет предлагается сделать куклу в национальном костюме какой-либо народности. Работу можно изготовить из любых материалов. Принимать их готовы до 5 ноября. Тех, кому на месте не сидится, приглашают в Прибрежный побродить среди сосен и обязательно суметь выбраться. 13 и 14 октября в парке пройдет чемпионат и первенство Татарстана по спортивному ориентированию. Начало соревнований в 4 часа дня.